Веселая и находчивая молодежь Ненецкого округа в эти дни покоряет Сочи. Туда съехались квенщики из 11 стран мира, чтобы получить путевку на большую сцену. 26-й по счету международный фестиваль «Квин-2015» в этом году собрал более 500 команд практически со всей Европы. Наша сборная в таком крупном и серьезном проекте участвует впервые, но уже успела рассмешить членов жюри. В составе команды региона самые активные и веселые представители нашего КВН. Готовились к поездке ребята несколько месяцев. С новой программой в Сочи они уже выступили. И стоит отметить, успешно. Упор в своих номерах сборная Ненецкого округа сделала на местный колорит. На самом деле мы выступили, я считаю, что очень хорошо. Мы очень довольны своим выступлением для первого раза. Ну, где-то раз за три мы взорвали зал. Ну, то есть это смех, да, когда прерывается выступление, ждется, пока зрители посмеются и дальше продолжают. Смотрели на лица редакторов, которые перед нами сидели, вроде бы довольны и улыбались. Это уже хорошо. Так что у нас прогнозы хорошие, что даже не то, что нас выберет какая-то там одна лига, а что даже нам придется выбирать лиги. Впереди еще три отборочных тура, после чего наша сборная узнает, в какой лиге им предстоит выступать дальше.